День матери традиционно отмечают в последнее воскресенье ноября. Праздник женщин, подаривших жизнь, особенный. Слова, которые звучали со сцены Центрального дворца культуры, тоже были посвящены мамам. Наши женщины, позвольте вас поприветствовать от имени главы городского Горбачёва Андрея Алексеевича Булгакова. Нет дороже человека в этой жизни, чем мама. Хочется всем вам пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего самого доброго и хорошего. Сегодня мы подготовили для вас концерт. Надеюсь, вам очень понравится. Концерт, подготовленный силами творческих коллективов округа, был ярким и трогательным. Юные ведущие приглашали на сцену артистов, а те, в свою очередь, исполняли номера, посвященные тематике праздника. Здравствуйте, милые мамы! Сегодня добрый и праздничный день! Приятным и важным моментом стало награждение грамотами от главы округа самых активных мам, которые детей успевают воспитывать и помогают тем, кому требуется поддержка. Так, на сцену поднимались женщины, которые возглавляют благотворительные организации, ведут активную общественную жизнь и даже помогающие появиться на свет малышам. В их числе Людмила Амбарцумян, акушер-гинеколог Щелковского перинатального центра. Стаж работы 39 лет. В нашем округе и за его пределами ее знают и ценят. Удостоилась награды и неравнодушная, отзывчивая и активная Ирина Данилова, президент благотворительного фонда «Доверяю». Ее аукцион «Миссия добра» ежегодно собирает средства на реабилитацию детей с кохлеарной имплантацией. Каждая мама достойна. Я считаю, что некой такой благодарности, некого знака отличия, потому что мама – это самое главное слово, которое только может быть у человека. Да? Мы зачастую по статистике первое слово, которое говорим, мама, поэтому мне хотелось бы, чтобы в преддверии этой недели материнства, этого праздника, каждая мама была награждена улыбкой своего ребенка или улыбкой близкого человека. Улыбки, подарки, аплодисменты – все в этот вечер было для них, самых главных женщин, для мам. Лилия Тимиева, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.